Семь выводов из книги сделано, чтобы прилипать. Почему одни идеи выживают, а другие умирают? Как быстро воплотить идеи в жизнь? Если у тебя в голове куча нереализованных идей, которые ждут своего часа, то время пришло. Эти семь полезных выводов из книги сделано, чтобы прилипать. Почему одни идеи выживают, а другие умирают от чипа, и Дэна Хис научат тебя быть убедительным и понятным. Идея должна быть максимально простой. Каждый человек мыслит по-своему. Если для одних твоя идея очевидна, то для других она как загадка Вселенной. Чтобы тебя понимали, откажись от лишних деталей, они как ненужный шум. Расскажу пример рекламной кампании одной известного ресторана с фастфудом. Они поставили эксперимент, пригласив поучаствовать в нем очень упитанного мальчика, 150 килограмм, и пообещали, что он похудеет, питаясь только их бургерами целый месяц. И что ты думаешь? За этот месяц парнишка скинул целых 30 килограмм. При этом рекламщики сети ресторанов не говорили, что их бургеры были сделаны из натуральных продуктов или являлись полезными, это было лишним. Они просто показали мальчика до и после бургерной диеты, разрушив стереотипы в головах потребителей. Чистый результат. Идея должна иметь привычную схему. Представь, что я пытаюсь объяснить тебе, что такое грейпфрут. Если я скажу, что это нечто формы шара с желтыми пупырками и красной мякотью внутри, будет ли тебе понятно? Нет? Тогда давай так, это как апельсин, но с красной мякотью и горькой кожурой. Все встало на свои места, верно? Я нашел к тебе подход с помощью привычного предмета. Поэтому, если хочешь донести свою идею до других, ссылайся на привычные вещи, которые знают все. Самый простой способ привлечь внимание – сломать шаблон. Авторы книги сделаны, чтобы прилипать. Почему одни идеи выживают, а другие умирают? Чип и Дэн Хис рассказали историю про то, как учителей математики разных категорий собрали на интервью. Им задавали лишь один вопрос – чем математика помогает в жизни? Многие отвечали что-то про развитие мышления, логики и много чего еще, но нашелся один, который привлек внимание всех журналистов за секунду. Он лишь сказал, что математика не помогает вообще. Позже он вырулил ситуацию в другую сторону. Но после его первой фразы его слушали, не отрываясь. Это и называется сломать шаблон. Попробуй этим воспользоваться. Конкретность равно запоминаемость. Раз мы затронули математику, давай вспомним те задачки из школы, где у Пети было 8 яблок, а у Маши 3, и это было скучно и банально. Если бы современным школьникам задавали задачки про лайки в ТикТок, они были бы в восторге. Если тема находится в контексте интересов человека, он будет погружен в то, что ты ему скажешь. Помни об этом. Будь не как все, чтобы тебя услышали. Этот вывод похож на третий, но я хочу поделиться им отдельно. Рассказываю историю с презентацией карманного компьютера. Это был 1987 год, когда многие предприниматели искали инвесторов для своих идей с помощью схем, графиков и перечислением преимуществ продукта. Но был среди них парень, неуверенный в себе, который должен был представить карманный персональный компьютер. Он понимал, что обычными способами он не добьется внимания, поэтому, как только представился, он бросил папку с документами прямо на стол инвесторам. Они не успели возмутиться, как тот сказал, что в его маленький компьютер поместится много таких же папок. Все это вызвало бурную реакцию, после чего парень получил свои инвестиции. Попробуй выделиться среди других, чтобы твои слова не звучали, как белый шум. Детали в рассказе усиливают аргументы. Представь, что ты судья. В этот раз подсудимый украл старый велосипед из подъезда жилого дома. Не самый страшный поступок, да. А что, если я украшу его аргументами? Этот велосипед был украден у маленького мальчика, который жил лишь с матерью. Она работала уборщицей в больнице и копила на этот велосипед 8 месяцев, чтобы порадовать неизлечимо больного сына.
грустная история, но когда ты не знал подробностей, относился к истории по-другому. Точно так же работает и с твоими идеями. Если не украсить идею интересными фактами, она может показаться не такой привлекательной. Детали должны быть убедительны и человечны. Авторы книги сделано, чтобы прилипать, вспомнили социальную рекламу, где было написано число домашних животных, пострадавших от автомобилей за год, но почти никто не обращал на нее внимания. Но если обратиться к каждому и сказать: «Ваш Рекс, которого вы любите, тоже может быть в их числе, если выгуливать его без поводка, это затронет за живое». Когда ты рассказываешь идею, примеряя на слушателя, она звучит гораздо убедительнее.